Здравствуйте, друзья. Извините, я просто наушники себе новые подбираю. Сейчас, секунду буквально, я уже почти закончил. Так вот, последние остались. Может быть, они подойдут? Вот, другое дело. Вы, наверное, уже поняли, что речь сегодня пойдет о наушниках и о том, какие из них лучше. Но я собираюсь поговорить с вами не о том, какие наушники лучше в принципе, а о том, какие наушники лучше из тех, что поставляются с телефонами. У нас уже было несколько выпусков о том, где мы говорили, какой телефон лучше, но у нас не было ни одного выпуска о том, где мы обсуждали их комплектующие. Я думаю, пора это исправить. Ну вот, значит, долгожданный iPod 5-го поколения мне он вот пришел наконец-то. Заказал где-то месяц назад. Ну, значит, что можно сказать, упаковка, вроде достаточно такая целая, видите, то есть даже, ну, вот чуть-чуть уголок мяты вот здесь. А так, вроде, в принципе, нормальный вот iPod. И все такое. Давайте, значит, посмотрим, что там внутри. Значит, ну, это, то есть, с eBay пришлось, вся фигня. А вот, значит, говорят, он, значит, пятый iPod больше своего старого, значит, вот iPod Touch. Ну, что можно сказать? Да, он больше, чем предыдущий iPod. То есть, смотрите, вот предыдущий iPod четвертого поколения и вот пятого. То есть, вот он чуть-чуть толще, ну, совсем чуть-чуть. И, ну, собственно говоря, большой экран. Ну, а коробка та же самая осталась. Значит, ну, будем его вскрывать. Сейчас. Дело в том, что для новых айподов старые открывалки для айподов не подходят. Поэтому мы возьмем новую открывалку для айподов пятого поколения. И вот так вот его. Вот, значит, достаточно легко открывается. Вот он. Так, стоп. Samsung. Блин, он что, китайский, что ли? А, нет, смотрите, вот яблоко есть, значит, iPod настоящий, вот. То есть, вот он работает, вот он тут все двигается. Вот новый интерфейс, значит, и значит, все такое. Но самое главное, это не iPod, а самое главное, это новые наушники от Apple. Apple EarPods. Вот они. Они, значит, как уверяет Apple, считаются самыми лучшими наушниками в мире. То есть там было проведено просто миллион исследований по этому поводу. Исследовали миллиард ушных раковин, чтобы выявить вот такую, значит, форму. И мы должны узнать, какие наушники самые лучшие, действительно ли наушники от Apple являются самыми лучшими. Но я думаю, что конкурировать они с наушниками типа Sennheiser или теми же Sony или Pioneer они не могут. Поэтому я вдобавок к iPod заказал еще наушники от других телефонов. Вот, наушники от HTC, наушники от Nokia Lumia и наушники от Galaxy S. И мы должны, собственно говоря, узнать, какие наушники от телефонов самые лучшие. И начнем мы, пожалуй, с самого важного теста. Тест на устойчивость в блендере. Will it blend? There is a question. Да. А теперь я предлагаю провести другие, ну, нормальные тесты.
наушники от HTC. Некое подобие наушников от Beats. Что можно сказать об этих наушниках? У меня было HTC, и эти наушники хуже, чем в переходе за 200 рублей. Единственное, что они переняли от Beats, это плоский провод. Я не знаю, удобно это или нет, но он как-то фигово скручивается. Носить их невозможно, они неудобные и выпадают постоянно. Нету затычек, соответственно, изоляции никакой, и громкость тоже не очень. Телефоны у HTC может быть и хорошие, но наушники вышли, мягко говоря, не очень. Ну посмотрите, всего одна кнопка на гарнитуре, провод плоский, а сами наушники без затычек и без звукоизоляции, а также будут выпадать. Короче, наш вердикт 2 балла из 10. Наушники от HTC. Если вы вдруг купите себе телефон HTC с системой Beats Audio, которая, возможно, кажется нормальной, вам будут предоставлены вот такие наушники, которые якобы тоже системой Beats Audio, но, поверьте мне, в них слушать невозможно ничего. Они просто ужасные, до безобразия. Короче, если вы вдруг купите смартфон от HTC, то эти наушники можно просто сразу выкинуть. Наушники от Lumia. Тоже есть затычки. Достаточно удобная эргономичная форма. Они погромче, чем у Samsung. Очень форма хорошая, в ухе лежит отлично. Наушники от Nokia Lumia сделаны вместе с компанией Monster. Гарнитурка цилиндрическая, имеет всего одну кнопку. Пожалуй, это единственное, что они смогли перенять от Monster, потому что качество звука в них не очень, но зато есть затычки, поэтому 5 баллов из 10. Знаменитые наушники AirPods. Достаточно странная форма с двумя динамиками. Не совсем удобно лежат в ухе, могут выпасть. Эти наушники громкие, даже может слишком. Достаточно плохо слышны низкие частоты и слишком громко слышны высокие частоты. Это не очень хорошо. Портит, наверное, слух, в них нет затычек, так что изоляция не особая. Наличие двух динамиков делает наушники слишком громкими, и прослушивать высокочастотные треки становится просто невозможно. Знаменитые наушники AirPods. На их создание ушло несколько лет, а как заверяют сами Apple, более миллиарда исследований ушных раковин, чтобы создать неповторимую, идеальную форму, которая хорошо бы сидела в любом ухе. Но, на мой взгляд, она вышла не очень, и лучше бы они использовали обычные затычки, тогда появилась бы звукоизоляция и наушники бы не выпадали. Кстати, в них целых два динамика, что делает их по-настоящему громкими, но из-за того, что нет затычек, я ставлю 8 из 10. Наушники от Samsung имеются затычки, переключатель, круглый провод. Все зашибись. Они потише, чем айфодовские, погромче, чем HTC-шные, удобно лежат в ухе. А лучше всего с высокими частотами справились наушники от Samsung и от Nokia Lumia. Наверное, это из-за того, что у них есть затычки, я не знаю, но все-таки самсунговские справились лучше. Возможно, они просто более громкие. Есть затычки, ну, переключатель тоже очень удобный, и треки, и звук переключает. Очень хорошие наушники. Наушники от Samsung Galaxy. На мой взгляд, в них лучше всего реализована гарнитура, и я считаю, что это более важный фактор для телефонных наушников, чем громкость или дизайн. Ну, а дизайн, кстати говоря, тоже очень хороший. Затычки, эргономичная форма, надпись Samsung, ну, все супер. В общем, 10 из 10. Итак, что у нас получилось в итоге? Мы протестировали аж 4 пары наушников, и нам удалось выявить лидера. И это точно не HTC. Наушники AirPods от Apple действительно хороши, но я не стал бы называть их лучшими наушниками в мире. Наушники от Lumia тоже показали себя на достойном уровне, но все-таки они не самые лучшие. Самыми лучшими наушниками оказались наушники от Samsung Galaxy. Они проявили себя лучше во всем, начиная от гарнитуры и заканчивая шумоизоляцией. Но они являются не самыми лучшими наушниками в мире, а лучшими наушниками, которые поставляются вместе с телефонами. А какие самые лучшие наушники, которые идут в комплекте не с телефоном, мы узнаем в одном из следующих выпусков сравнений, где сравним Sennheiser и Philips.